Здравствуйте, ребят. Вчера мне пришла смс-ка. Вот. Ну, уже поздно, я не стал идти на почту, чтобы получить. А сегодня зашел на почту и получил вот такую бандерольку. Значит, я вчера по своему трек-коду не стал смотреть и сегодня не стал. А когда получил, значит, попробовал, думаю, да что это такое, какие-то тут кругляшки такие, какие-то типа браслеты или что это такое, непонятно. Пришел домой, включил компьютер. Смотрю, по трек-коду, такого у меня трек-кода нету. По цене начал смотреть. И по цене нету такой бандероли, чтобы подходило. Ну, не знаю, что такое, ребята. Значит, сейчас вместе с вами будем эту загадку открывать. Может, кто мне подарочек прислал к Новому году. Сейчас это откроем и посмотрим, что же тут мне такое загадочное пришло. Это еще в двух экземплярах. О, как я открываю, как это, канцелярским. Так, раз, тут заглянем, что тут такое могло, где оно, что оно тут такое. О, какие-то бумажка тут еще какая-то. Вот это отложим, бумажку тоже отложим. О, я такое что-то не выписывал. Это значит, кто-то на мой адрес выписал. Ага. Это вот такие вот штуки закорюки. Это для такие есть часы. Но я еще это пока не осмелился такие себе часы выписать. Вот. Так что не знаю, что это такое. Ну как? Ну знаю, что это такое. Я видел. И вот такие вот. А сюда вставляются эти часики. Сюда вставляется такой вот браслет. О, ну. Ой, размеры можно разные сделать. Ну, что я могу сказать? Силикон есть силикон. Ну, так на руку. На что же он напоминает? Что-то он напоминает такое мне. Ну, не знаю, что это такое. А, точно я пощупал на браслеты, похоже, да. Значит, вот один такой вот, а другой вот такого цвета, как бы, как, ну, зеленого. Может быть, светится ночью, в ночи будет он светиться. Не знаю, но есть такой вот желтенькой каемочкой. Ну, вот такие два. И еще вот такая вот штучка за корючка. Это штангенциркуль. Штангенциркуль такой еще пришел. Значит, ребята, я не знаю, что это такое и кто это мне такое выписал. Значит, сейчас с вами вот это видео сниму. Буду звонить своим знакомым, друзьям и родственникам. И всем звонить и узнавать. Тоже это на мой адрес выписал. Ну, ясно, что это не подарок мне, потому что таких часов у меня нету, которые сюда вставляются. Они, кстати, одинаковые, да? Да нет. Это, ага. Здесь вот как-то меньший размер, а здесь побольший размер чего-то такой вот. Да, разные размеры. Ну, так что это не может моим подарком быть мне. Ну, а это видно для ключей. О, так она еще и движется. Ля, какой штангенциркуль. Еще и движется. Это, о, да это еще закручивается. Смотри, ля. Это можно замерить, да? Ля, как. Сейчас. О, замерил. Еще и застопорил или зафиксировал. О, какую длину. Ничего себе, да, прикольненький такой. Ну, это, я не знаю, или подарок, или... Ну, в общем, ребята, вот такое вот три вещи пришло. И я не знаю, значит, от нуля до 4 сантиметров, да? Да, гля. Вот это да. Ага, сейчас мы... Где тут моя линейка была? Ну, ладно. В общем, вот такие три вещи я получил. Так что... Не знаю, что это, кто это и что это, буду разбираться. Ну вот, кому надо, значит, я потом ссылочки дам. Вот, в интернет на этой штучке и на это. А пока вас всех благодарю за внимание. Пойду разыскивать, что же и кто это мне что-то выписал. До свидания.